Я просто думаю, сказать вам это или не сказать. Ну, коль уж такая драка началась. Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Ну, извините, не я ее делал. Но даже если исходить из этого, поверьте, мой век заканчивается. И никакие конституции я под себя делать не буду. Я помню, когда я пришел к власти, тогда душили, травили, стреляли. Но команда из десятка человек выдержала, и люди нам поверили. Прошло почти 30 лет. Ну, сколько можно? Я из этого исхожу. Поэтому не думайте, что я, уцепившись, как часто говорю, в это кресло держусь за эту власть. Абсолютно искренне вам об этом говорю. Вы видите, какие обстоятельства. И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтобы меня не было там, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип. Вы меня неправильно поняли. Это не значит, что я опять же вот из-за обстоятельств буду держаться за эту должность. Нет. Нет. И еще раз нет. Я думаю о будущем. Потому что, как у всех вас, у меня есть дети, внуки, которые должны жить в мирной, независимой стране. Я ведь больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо, как и для вас. Будут давить и травить ваших детей, особенно тех, кто стал тогда, в 20-м году, рядом и выстоял вместе со мной. Будут издеваться над людьми в погонах, которые сегодня обеспечивают нашу безопасность и которые тогда выполнили все приказы президента. Я думаю об этом.